До чего же они наладили быт? Как им только не надоест. Те, кто много пьет, те, кто мягко спит, те, кто сладко ест. Присмотрюсь, обдумаю и пойму, что в обмен пришлось принести право выбирать самому направление и пути. Право выбора, право на ответ собственный на вопрос любой. Если можешь – да, если хочешь – нет. Право встать над своей судьбой. Это самое правильное из всех. Право на непочтительный смех. И на то, что если все смирно стоят, вольно стать. А также на то, чтобы вслух сказать то, что все таят, кутаясь от дрожи в пальто. Я не знаю, прав я или не прав, но пока на плечах голова, выбираю это право из всех прав, меняю на все права.